Из-за общего стресса люди стали плохо сейчас друг с другом разговаривать. Быстро возникает напряжение, и многие говорят о том, что что-то несправедливо, неправильно там, и так далее. Я вам должен сказать, что на протяжении нескольких лет я работал на кризисном отделении клиники неврозов имени академика Павлова. Это было единственное учреждение в городе, куда попадали люди, которые переживают трагедию, даже когда у всех остальных все хорошо. Стабильность, уверенность там, и так далее. Потому что близкие люди могут погибнуть и в мирное время. Какие-то события драматические, сгореть дом, получит тяжелый диагноз ребенок и так далее. Это происходит в нашей жизни постоянно. Сейчас это концентрация, и это концентрация боли, страха. Поймите, нету справедливости, которая бы всех устроила. Так, к сожалению, справедливость не работает. К сожалению, на долю каждого из нас в разные периоды выпадают те или иные несчастья. Самое важное в этот момент – не причитать на судьбу. Самое важное в эти моменты – найти поддержку, найти понимание, а не справедливость. Вам сейчас нужна поддержка, понимание, на какой бы стороне вы ни находились и как бы вы ни воспринимали происходящие события. Именно в этом наше спасение сейчас.